Да-да, друзья, это я, папа дочки. У нас сегодня снова тайное собрание. Вот мы впятером, я и подписчики, которые смогли сегодня подключиться, собрались в нашем тайном маленьком домике в темном помещении, и мы тут сговорились снова сделать челлендж. Но сегодня мы будем превращаться не в коробки, а сегодня мы будем превращаться... Как вы думаете, во что? А, вы по картинке уже знаете. Мы сегодня будем холодильниками. Все, ребят, давайте переодеваемся в холодосы. Итак... Осматриваем комнату. Получается, что мы тут все замаскировались и как будто все попрятались в холодильнике. Посмотрите, какая квартира вся в холодильниках. Ну, на самом деле, это мы. Реально живые люди, которые спрятались в холодильнике. И сейчас мы начинаем челлендж. Итак, давайте порепетируем крик. Да, крик будет сегодня такой. Стань холодильником. Проверяем. Давайте, ребят, стань холодильником. Отлично, все, все, мы можем орать. Ну что, банда холодильников, погнали в бой в центр города. О, даже не в центр города, смотрите, первые жертвы есть. Вот девочка стоит, окружаем ее, бежит с котенком. Догоняем ее, догоняем, догоняем, окружаем, окружаем. Первая жертва, кричим на нее, кричим. Стань холодильником, стань холодильником, стань холодильником. Интересно, она станет или нет? Куда? Куда пошла? Стой! Стой! Ты еще не холодильник! Надо спрятаться в холодильник! Пока все становятся холодильниками, ты стань супер-классным! Для этого тебе достаточно просто нажать лайк за 3 секунды. Раз, два, три. Ты супер-классный! Бедная девочка, за ней гонится стадо холодильников! Стой! Стой! Стань холодильником! Стань холодильником, ребята, это вообще... Я думаю, она сейчас бежит и кричит возле телефона. А, помогите, помогите, спасите! За мной гонится банда холодильников, что делать? Она не знает, что делать, как спастись. Смотрите, мы прям преследуем ее изо всех сил. И кричим, стань холодильником. Она просто в шоке, она реально в шоке, просто, я серьезно. Ну, вот этот вот мальчик-утка, он за нами прям бегает. Давайте его сейчас потроллим. Ну-ка, стой, стой, стань холодильником. Стань холодильником. Стань холодильником. Будь холодильником. Хватит быть уткой. Хватит крякать. Становись холодильник. Что? Он туда ушел. Он туда ушел. Стань холодильником. Короче, слушайте, я понял. Ему нравится, что за ним бегают. Ему просто нравится бегать. Он бегает, и вокруг него бегают холодильники. Хотя нет, остановился. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим, станет холодильником или нет. Все, кричим на него усиленно, изо всех сил. Может он превратиться, смотрите, у нас холодильник челлендж, ребята. Толпа холодильников окружила, он выпрыгнул, все, он не хочет быть холодильником. Давайте Алису, Алису, все, ловим Алису. Срочно защитись, стань холодильником. Стань холодильником. Давай же, давай же, давай же, она нас в город. Так, 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 на велик села, ловим ее, ловим, ловим, ловим. Мы ее уронили, холодильники уронили. Девочку на велосипеде, она спрыгнула и мотает в город. Так, с кого же мы сейчас тут найдем? Саманна, папа дочки. Вот, она вроде нас знает. Давайте на нее покричим. На Саманну. Кричим, стань холодильником. Стань холодильником, Саманна. Стань холодильником. Будь человеком. Стань холодильником. Станет, не станет, станет, не станет. Стань холодильником. Где она? Где она? Где она? Я не вижу. Она стала холодильником? Где она? Я не вижу. Где она? Где? А где она? Ей... А, надо сейчас включить, ребят, я включу сейчас чат, чтобы видеть, кто стал. Так, 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 а где она? Вот она, все, ребят, я в нее сейчас... Да что такое? А, сейчас я ее ловлю, 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 кидаю в нее питомца, ребят, все, челлендж выполнен. У нее теперь питомчик, давайте теперь других окружать кого-нибудь. Поля, стань холодильником, все, мы ее превращаем, мы, смотрите, холодильники окружили. А давайте чуть разойдемся, чтобы кружок был, что она внутри стоит. Да, прям в нее не втыкаемся, вот так вот вокруг нее окружили. Во, во, так красиво выглядит. Поля, стань холодильником. Стань холодильником. Нас уже, кстати, тут много холодильников. О, нет! О, да! О, да! Ушла! Окружаем, окружаем, окружаем! Где она? Где она? Где она? А-а-а! Куда она делась? Поля, Поля, встань! Прям не в нее, так вот, ребят, вокруг, вокруг нее, да! Вокруг нее! Что, она пытается от нас спрятаться? Стань холодильником! Она на крышу! Давайте, ребята, на крышу! Холодильники по крышам скачут! Не могу залезть! Она спрыгнула! Окружаем Полю! Лови, лови Полю! Стань холодильником! А, стань холодильником! Ребят, вы не туда пошли! Вот, вот она! Вокруг нее встаем!
Она пытается улететь на вертолете. Она не поддается безумию. Она не поддается безумию. Она пытается улететь. У нее не работает двигатель. Все, она оторвалась. Эх, не повезло тебе. Знала бы ты, что только что могла выиграть питомца. Итак, мы решили немножко изменить стратегию. Мы сейчас ворвемся в дом к человеку, в синенький домик, и там его начнем троллить. Представляете, вы сидите дома, и к вам забегают холодильники. Все, ребят, забегаем. Вот к вам забегает один, второй, третий, четвертый, пятый холодильник, и будут кричать, наверное, «Купи холодильник». Но на самом деле мы будем кричать «Стань холодильником». Вот она, эта девочка. Давайте ее окружать, скорей. Догоняем и говорим «Стань холодильником». У нее нет выбора. У нее нет выбора, она должна стать холодильником. Стань холодильником. Стань холодильником. Интересно, станет она или нет. Давайте замаскируемся у нее. Встанем везде. И мы такие говорящие холодильники в квартире. Такие разговаривающие холодильники. Девочки не понимают своего счастья, что она сейчас может выиграть какого-нибудь Right или Fly питомца. Надо просто стать холодильником. Давай, ну становись же уже холодильником, что тебе сложно, что ли? Где она? Она вон сидит, серый говорит, серый, белый, пишу белый. Она пишет серый, я пишу белый. Белый холодильник, стань холодильником. Давай, ну же, встань. В общем, ребят, не работает, представляете, мы зашли сюда, здесь не работает. Ну давайте найдем другой дом, не хочет человек. А вот, ребят, девочку не знаю, давайте пишем. Стань холодильником. Все, она стала холодильником. Все, я ей кидаю питомчика. Все, банда холодильников, погнали теперь в город. Погнали в город. Во, нас теперь много. Вот это настоящая банда холодильников бегает по городу. Просто невероятно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь холодильников бежит. Это просто магазин сбежал на прогулку. Магазин на прогулке. Магазин бытовой техники бегает и... Знаете, ребят, есть тест-драйв машин, а тут тест-драйв холодильников. Нацепил холодильник и говорит, стойте, я тут вижу кого-то, вот Эш какая-то. Давайте, окружаем ее, вот вокруг становимся и кричим ей, стань холодильником. Не знаю, что за Эш. Стань холодильником. Интересно, станет или нет, или она АФКаш, может она вообще не здесь. Эй, стань холодильником. В общем, ребята, смотрите, холодильники на прогулке окружили девочку и кричат ей тоже стать холодильником. Но эта девочка, видимо, АФКшит, ее нету. Она не становится. Она вот держит бутерброд, даже не может его откусить. Она в шоке. Ладно, мы идем в центр города. Итак, вот такая стадо целых холодильников вбегает в город. И тут стоит куча народу, которые еще не знают, что пришел холодильник Армагеддон. Вот мы нашли мальчика по имени Таня. Окружаем его и говорим ему стать холодильником. Раз Таня стала мальчиком, то, наверное, холодильником она тоже сможет стать. Стой, куда ты собралась? Таня, мальчик, стань холодильником. Давайте окружим ее, чтобы... Только в нее не втыкайтесь. В него. Стой, стань холодильником. Стань холодильником! Ну же, давай. Таня, смотри, сколько вокруг холодильников. Сейчас модно быть холодильником. Тане быть не модно. Модно быть холодильником. Ну же. Куда ты упрыгиваешь? Стой. Стань холодильником. Он исчез. Все, она не выдержала. Она спряталась где-то дома. Таня, это... Ну что, давайте кого-то другого найдем. Кто тут? Вот Настя, не знаю, Настя. Вроде не было это Настя. Давайте окружим Настю. Вот эту Настю окружаем. Стань холодильником. Настя, ребята, холодильники, все сюда. Тут какие-то холодильники уже летают. Кто-то еще. Что, вот она. Ее окружаем, стань холодильником. Кто же станет сегодня холодильником? Станет эта девочка или нет? Куда ты побежала? Не убегай от нас. Стань холодильником, это важно, это в тренде. И она тоже, по-моему, телепортировалась. Ребята, давайте окружаем вот эту девочку. Стань холодильником. Где холодильники? Вы где? Вы что там, заблудились? Вроде бы она встала. Все, я кидаю мне питомца.
Есть, все. Давайте еще кого-нибудь поймаем. Вот, 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 смотрите, не знаю, кто это. Вот эту вот, давайте вот девочку окружаем. Стань холодильником. Все вместе окружаем и делаем ее холодильником. Все. О, кто-то тут стал туалетом. Ребята, среди холодильников появился брак. Туалет бегает теперь. Все, она стала холодильником. Все, отлично, я кидаю в нее питомцам. Все, она теперь среди нашей банды холодильников. Ура! Фух. Фух, ребят, и все, последнего человека. Давайте вот этого мальчика окружим. Вот этого Бул, который. Все, смотрите, как у нас город заразился холодильниками. Они все теперь холодильники. Теперь осталось сделать вот этого мальчика, и все. Давай, стань холодильником. Че, пишет? Ничего, стань холодильником, это модно. Стань холодильником, стань холодильником, стань холодильником. Где он? Я его потерял. Вот, я его на него смотрю от первого лица. Стань холодильником. Помогите, пишет. Да не надо помогать. Просто стань холодильником, и тебе станет хорошо. У тебя появится Right или Fly питомец. Все, где он? А, он внутри. Давайте, ребят, давайте его затроллим холодильниками. Он просто в шоке, у него лицо шокированное. Его окружили холодильники. Он думает, куда я попал. Что за сумасшедший город Adopt Me происходит? Не, ребят, он не становится холодильником. Не повезло ему. Ладно, давайте. Сейчас я выйду в центр города и напишу. Давайте становимся в одну линеечку и откроем карты. Я пишу, все, кто стал холодильником, попали в видео на канал Папа и Дочки Геймс. Все, вот такой сегодня у нас был, ребята, холодильник челлендж. И смотрите, нас было 5 человек, а теперь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И еще на другом сервере тоже потерялись холодильники. Короче, нас очень много холодильников. Сегодня с вами был канал Папа Дочки и куча холодильников наших подписчиков. Если хотите еще такой челлендж, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите в комментариях, и мы обязательно сделаем. Всем пока! Until something better